Депутат Европарламента Зигфрид Муришан заявил, что он председательствовал на заседании делегации Европейского парламента по отношениям с Молдовой, на котором был направлен сигнал поддержки послу ЕС в Кишиневе Петеру Михалко. По мнению европарламентария, нападки партии социалистов и Илона Шора недопустимы. Муришан заявил, что Михалко представляет Европейский союз в Республике Молдова, продвигает основные ценности союза и находится в постоянном диалоге с политическими лидерами, гражданским обществом и гражданами страны. Во время своей миссии в Молдове Петр Михалко вел постоянный диалог со всеми политическими силами страны, независимо от их ориентации. Его работа очень важна для содействия сближения между Молдовой и Евросоюзом, и мы считаем, что он успешно выполняет свою миссию, добавил европарламентарий. Вот почему мы не принимаем критику ПСРМ и Илона Шора и подтверждаем нашу поддержку деятельности посла Михалко в Республике Молдова. Европейский союз постоянно демонстрирует свою поддержку развитию Молдовы. Петр Михалко – наш представитель, и мы ему доверяем, написал Муришан в соцсети. Напомним, недавно представители ПСРМ обвинили посла ЕС во вмешательстве во внутренние дела нашей страны. Реакция последовала после того, как европейский дипломат раскритиковал работу аудиовизуального совета. Беглый депутат Илон Шор, осужденный судом первой инстанции по делу о банковском мошенничестве, обвинил Михалко во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства Республика Молдова. В ответ национальная платформа гражданского общества при восточном партнерстве и послы 21 государства отвергли публичные нападки на европейского дипломата.